Ну вот, собственно говоря, я приехал. Вот с этого места я уже лет 20, наверное. Да нет, больше. Стартую по субботам и воскресеньям на волейбол. Да, надо бы взять, все-таки не забыть, бумажник. Все-таки машина не очень надежный сейф. Так, это мы все закрываем. Так, и поехали. Что мы тут видим-то? Это 7-й континент, когда-то здесь был боярин. Вот. Вот тут смотрю. А, вон там красненькая машина, это Генкина. Да, надо убедиться, кстати говоря, что у меня не горят фары. Потому что был однажды случай. Ну-ка, интересно. Угу. Ну, фары не горят. Так, поехали. А, переходим эту дорогу. Да, тут так просто не пройдешь. Да, вот машины идут, машины, люди. Иду на свой волейбол. Потихонечку пробираюсь через поток машин. Ага, вот эта остановка наша. И углубляюсь в лес. Вообще я давно хотел снять эту панораму. Вот. Наш лес. Играть-то в волейбол я начал в 85-м году. Даже помню точный день. По-моему, это было что-то 25 июля. И вот наша дорожка. Интересно, вот тот вот человек, это не Ваня случайно? Не похоже. Вот это наша дорожка. И даже убирает. Это что-то новое. Но обычно-то здесь достаточно пусто. Вот это наши аллейки. Ну, я иду дальше. Когда входишь в лес, настроение поднимается, и сразу чувствуешь, что